А у нас там уже не будет народу нас мучить. А у нас Уважаемые товарищи, дорогие друзья, буквально несколько дней назад, если быть точным, 5 дней, как 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 2 сентября 1945 года милитаристская Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, и на этом война закончилась. Поэтому мы с вами, граждане Республики Казахстан, коммунисты запрещенной коммунистической партии Казахстана, решили первыми, наверное, в Казахстане именно отметить вот эту дату. Сегодня флаг Победы не только развивается в Уральске, на площади Победы, у Вечного Огня. Он сегодня будет водружен на самой высокой точке нашей области. Вот с флагом Победы сегодня проедем по районам нашей области. Пусть люди увидят, пусть люди отметят память тех наших отцов и дедов, благодаря которым мы сегодня все здесь, и не только здесь, живы. Давайте представим себе такую ситуацию, как некоторые сегодня говорят, а зачем нам эта война нужна была? Это не наша война. А ведь если они заглянут в историю, согласно плану ОСТ, все киргизы, казахи, узбеки, таджики, туркмены считались недочеловеками, подлежали полному уничтожению, как и евреи, коммунисты, как и славян надо было оставить 30%, чтобы обслуживали интересы Третьего рейха, самой высокой нации, как они говорили, арийцев. Так вот, этот план выполнялся. Коммунистов уничтожали в первую очередь, евреев в первую очередь. Благодаря нашим отцам и дедам они не добрались до Казахстана. И это было бы и с нашим Казахстаном. Поэтому сегодня, отмечая великую вот эту дату, удивлены тому, что власти, вопреки словам президента, когда он говорил, что мы весь этот год будем праздновать 75 лет Победы, мы отметим парадом Победы и прочим. Здравствуйте! Что вы сегодня видели, дорогие товарищи? Потом будете говорить. Как работники полиции останавливают нас с вами. Уберите флаг Победы, когда мы сказали, этот флаг Кашкар вознес на Рейхстаг. Составьте протокол на изъятие этого знамени. Боятся. Понимаете? Значит, мы, используя свои права, как граждан Казахстана, и мы им предложили, если мы, наши права, и то есть это самое законное, то вы, как полицейские, обязаны этим, и как правоохранительные органы, оберегать наши с вами права всех граждан, а не загонять их в страх. Мы, люди свободные, мы сегодня выражаем благодарность тем, кому светит этот вечный огонь, за то, что они сохранили страну, сохранили родину, боролись за бесплатное образование, лечение, жилье и прочие социальные блага для нашего народа, которые сегодня, большому тоже сожалению для большинства народа, новые власти просто-напросто разворовали, отняли и уничтожили.
Чтобы долго не говорить, в вашем лице разрешите передать привет и пожелания не только нашим всем казахстанцам, а всем гражданам республик Советского Союза. Во всех республиках все равно проходят памятные вот эти мероприятия. Отдается память нашим отцам и дедам. И мы давайте здесь. И кто будет слушать сегодня, и кто будет слушать сегодня вечером или завтра, не оскверняйте память тех, кто отдал жизни за Родину, кто отдал жизни за вас. А вам здесь присутствующим я всем желаю здоровья, вашим родным и близким всех благ, успехов. И чтобы они почувствовали, что то дело святое, за которое положили наши отцы и деды головы, оно не пропало. Оно все равно восторжествует. Придут новые поколения и поднимут это знамя над рабочим классом и придут к победе. Как и написано вот здесь, наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо большое. Спасибо. Можно я скажу несколько слов? Два слова. Два слова, правильно. Так, дорогие товарищи, в продолжение той темы, которую сейчас осветил Василий Иванович, все верно, все хорошо. Просто нам это мероприятие поломал коронавирус. И говорят, это так мелочь, все. Вы знаете, люди должны знать, что это почти как Вторая мировая война. Но задумана так она, чтоб некого было обвинить. Коронавирус виноват, но он откуда-то, откуда-то пришел, все. Потом все это выяснится после. Но мне бы хотелось заострить внимание на то, что раз мы ту победу одержали и после Великой Отечественной войны восстановили, быстро всю экономику и сельское хозяйство подняли, и целину, и лесозащитные станции. Все-все было, все работало, все по плану. Сейчас многие руководства говорят, рынок сам себя план построит. Никогда такого не было. Плановая экономика, она всегда должна присутствовать в любом деле. Мне бы хотелось пожелать нашим властям, чтобы вот эту вот идею, которую мы несколько раз обсуждали, вот здесь герои Великой Отечественной войны, а должна быть стела продолжение вот этой арки, и туда, там места достаточно, обозначить тех, кто обеспечивал в тылу победу. Это те сельхозники, патриоты, целинники, которые, ну, назову несколько фамилий, Чамчиян, пускай даже Атаян, Шубин, солдатов, это директора совхозов целинных, пермских, березовских, акбулакских, которые всю свою жизнь посвятили для того, чтобы сельское хозяйство поднять и во время войны, и после войны. И мне кажется, им удалось. Удалось-то удалось, но у них есть дети, внуки, и они нигде, кроме в каких-то брошюрках, не указаны. А я бы хотел пожелать, чтобы это было продолжение. Здесь может быть маленькая арка, чтобы далеко не обходить. А вот там, где стоят вот эти три бронетранспортера с загибом, сделать примерно такую же, с фамилиями и барельефами вот этих героев, которые не участвовали в войне, но помогали выполнять солдатам ту функцию, которую кормили их, обеспечивали мясом, тушенкой, пшенкой. Это труженики тыла. Вот это было бы настоящее обозначение памяти, что никто не забыт, ничто не забыто. А у нас вот в одну сторону вдарились, и вот немножечко денег вроде бы как не хватает. А Корчаганак, он имеет функцию кончаться, и нефть, которая под низом, тоже кончится. И мы опять сидим на те земли, которые уже обезображены и которые не обезвожены. Поэтому на эту тему можно говорить очень долго-долго-долго, но главную идею должны понять, что надо, еще пока есть средства, новому руководству области, города и предпринимателям эту идею воплотить. И мне кажется, люди в стороне от этого не останутся.
А так, всем здоровья. Не такие победы у нас были, но эту победу мы осилим над этим коронавирусом. Он придуман, конечно. Ну, а то, что придумано людьми, людьми будет и покорено. Всего хорошего. Спасибо, что вы меня выслали. После развала Союза. Да, да, да. Вот сейчас будет поворотный аэропорт. Сейчас, да? Да, да. Сейчас Терехтаев. Федоровка. Была раньше Федоровкой, да? Да, да. Вот этот парк, да. Принцип такой же, как вот помните? В этом, в Чапаеве. А вот если кто-то посмотрит, то потом заявит. Гореть вечно. Но когда здесь начали жарить ворованных кур с гусями, газ убрали отсюда, понимаешь? Здесь ну, некоторые умники делали вот такой. Куда? Венок ложим. Венок ложим вот там, в центре. А ну подождите. Должно быть вечно. Материал должен быть вечный. Гранит или мрамор, вот и все, тогда не будет ничего. Кто не забыт, кто не забыт. Сутки постоит и то хорошо. А теперь вот здесь встаньте все. Так. Левый лоб ниже, а соломинка на 4 метра.